Приветище! Это привет сосед 2, Альфа 2. И сегодня мы попытаемся проникнуть в дом к ворну. Но прежде чем мы это сделаем, мы найдем последнюю оставшуюся конфетку. Дело в том, что мы в прошлой серии нашли две. И в комментариях я прочитал, что их по-любому три. И когда мы найдем оставшуюся конфету, нам нужно будет отнести их ребятам. Покормить их. Наверное, ты сейчас хочешь задать мне вопрос, а каких ребят ты хочешь покормить? Дело в том, что в прошлом видео мы нашли листовку о том, что потерялись дети. Трое детей. А мы стали свидетелем этого похищения. И знаем, что ворон, похитив их, спрятал на чердаке. А мое чутье паучье подсказывает, что, кажется, мы нашли третью конфету. И она находится вон в том холодильнике. Осталось только туда как-то запрыгнуть. Ужасный подъем. Боюсь, мне тут нужно отпустить наш крюк. Опа! Как Джеймс Бонд. 0021. Крюк забираем. Открываем холодос. И здесь конфета! Третья конфета. Шикарно. Зачем тут плита? Непонятно. Типа чаек погреть и попить чаек с конфеткой? Но нет, спасибо. У меня еще слишком много дел. Детей спасать надо. В общем, выбежал я из того дома и увидел, что у соседа появился дом на дереве. Пожалуй, стоит туда заглянуть, возможно, там есть что-нибудь интересное. И да, там есть что-то интересное. Сейчас. Мы все равно залезем в этот дом на дереве, где наш не пропадало. Оле, оп! Как цирковой летающий бегемотик. Ух ты, часы, фонарик. Черт, фонарик не могу взять. Надо коробку выкинуть. Коробка, прощай. Мне будет тебя не хватать. Хватаем фонарик и сваливаем отсюда. Бежим! Короче, помнишь сгоревший домик, который был в Альфа-1? Вот он, этот домик. Я хочу залезть наверх и посмотреть, осталась ли там веревка. Она здесь осталась, шикарно. Возможно, она нам пригодится. Бежим на разваленный рынок. В прошлый раз я оставил здесь две конфеты, нужно их забрать. Положил я их тут на блюдце. Вот они. Не понял, а где конфеты? Кто их сожрал? Какого лешего? Блин, ну смотри, тарелка-то зеленая, а конфета синяя, то есть сюда по-любому она не подходит. Все, настало время проникать в дом ворона. Только вначале в туалет забежим. Замок на туалет? Да он что, издевается, что ли? Я сейчас кирпичей наложу в свои штаны. Ладно, ладно. Справим нужду прям дома у ворона. Кстати, учитывая, что мы с вороном здесь на территории вдвоем, я думаю, что это ворон стырил конфеты. Дым из трубы идет, значит, ворон дома. Либо просто топит печку. Конвейер появился. Раньше его не было. Ах ты посмотри. Он заделал дырку в крыше. Теперь через крышу в дом не попасть. Угу. Нужно придумать новый план. И мне вот все-таки любопытно, на кой черт здесь этот конвейер? Для чего он? Опачки! Можно же проникнуть в дом через окно второго этажа. Отличная идея. Сейчас мы этим и воспользуемся. Я внутри. Кажется, дома тихо. Устанавливаем камеру слежения. Я уверен, что ворон уже сменил давным-давно код, и старый не подойдет. Проверяем камеру. Все функционирует. Отлично, все работает. Осталось только проверить зум. Шикарно, все функционирует. Остается только не проморгать ворона. Что ж, пока в доме тишина, ворона нет, предлагаю здесь осмотреться. Ядрен батон, как тут все кардинально изменилось. Когда он успел все переделать? Чайник нашли. Подожди, а это что? Это же мои конфеты! Я как знал, что это он стырил их с тех блюдц. Смотри, у него автоматизированная топка печи. Вот для чего конвейеры. Хо, продуман. А что если мы не будем закидывать туда мусор, как в прошлой Альфе? Печка из-за этого перестанет гореть или нет? Оп-оп-оп-оп, стоп! Скажем, нет мусора в печи? Ага, что-то не уменьшается ничего. Короче, по-моему, это бестолку. Может, попробовать кардинальные меры? Сюда проникнуть я не могу. Тогда я буду преградой для мусора. Я не пропущу, я страж своей печи. Я не пропущу этот мусор к священному огню печки. Кажется, у меня это пока хорошо выходит. Давай посмотрим на датчик. Что это у нас? Тьфу ты, бестолковая работа. Госпожа печь, я увольняюсь. До свидос. А это что такое? А, прятка.
Ладно, в этой комнате вроде бы все, пойдем исследуем другие. Уверен, мы еще что-нибудь интересное найдем. Смотри, сколько тут полицейской ленты. Я так полагаю, что этот дом был... Тьфу ты, тут ты, блин, капец. Конфеты потерял. Споткнулся в коробке и конфеты потерял. Ну как так можно-то? Надо искать. Разгребать коробки и искать. Уверен, что она завалилась куда-то под коробки. Конфетулечка, где же ты? Если она провалилась под текстуру, я себе... А, вот ты где. Не пугай меня, пожалуйста, больше так. А то чуть не перебздел. Ух ты, электрощиток, рубильник. И провода идут. Похоже, что к конвейеру. Хм. Полагаю, что нам нужно будет притащить сюда генератор. Кстати, насчет полицейской ленты. В этом доме ее чертовски много. Я так полагаю, что дом ранее был либо опечатан, и ворон просто оборвал ленту и зашел в этот дом. Либо ворон работает полицейским, и у него этой ленты просто дофига. Как тебе моя догадка? Одно из двух. Давай, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Почему в квартире так много полицейской ленты? А я продолжаю поиски. Еды совсем нету. Я делаю вывод, что ворон тут не живет. Это просто его убежище. Хорошо. Сколько документов-то, а? Тыква в телеке. Пойдем сюда. Снова эта полицейская лента. Да что ты будешь делать? Этот ворон не так прост, как кажется. Возможно, он ведет двойную игру. Что это? Модифицированная труба? Колеса? Мусорный бак? Можно использовать как прятку. О, провод! Это нам пригодится. Надо только место освободить. Выкидываем будильник, он нам нафиг не сдался. Шикарно. Провод есть? Валим отсюда. Вернулся снова на рынок, чтобы проверить свою теорию. Насчет блюдц и конфет. Вдруг достижение какое дадут. Кажется, я слышал ворона. Чертов проказник, он прямо у меня за спиной. Телек отобрал. Телек мне верни. Крещеныш. Засранец, а я ж тебя догоню. Я ж тебе по башке заряжу проводом. Сейчас как воткну. Шлеп, моя подмышка. Моя неуклюжесть тебя спасла, ворон. Но я тебя не стигну. Короче, фиг с ним, пойду конфеты забирать. Куда бежишь? Это мои конфеты. Сейчас ушатаю тебя крюк кошкой. Какой шустрый, телек у меня отобрал, еще и конфеты хотел забрать. Сейчас я к тебе подойду на разборке. Че, застрял, да? Это карма, чувак. Причем мгновенная. Я же обещал, что я в тебя что-нибудь пульну. Выхвати. Там что-то с него выпало еще. Давай посмотрим, что. Бинокль. Спасибо. Он мне пригодится. Прощайте, сударь. Вот так вот. Короче, лезем за генератором. Пока ворон у нас там застрял, я попытаюсь этот генератор подключить к тому щитку, который мы нашли у него дома. Кавабунга! Черт, подери, коробочку потерял. А, вот она. Ну что, мы снова возле дома ворона. Кстати, ворон уже освободился из западни, и он находится дома. Что-то суетится, бегает туда-сюда. Ладно, я думаю, что он дома, это не составит для нас проблем. Просто влазим. И бежим к щитку. Конвейер, как мы видим, здесь работает, ничего не изменилось. Сейчас поставим свой генератор здесь. И подключим его. Может, тогда какие-то изменения появятся. Запускаем. Переключаем. Конвейер заработал. Но что это нам дало, я вообще не в курсе. Пойдем посмотрим. Так. Я слышу ворона. Он сюда не поднимается случайно? Давай пустим конвейер в обратную сторону. Может, это как-то повлияет. Смотри, а там вон вода на конвейер попадает. Ладно, пойдем проследим за конвейером. Как он работает. То есть, он идет сюда. Потом идет через крышу, я так полагаю. И все, и тупик, и куда он уходит? Опачки, кажется, нас запалили. Ворон! Черт возьми. У него еще и огнетушитель, шикарно. Ну что, один на один, да? Давай как мужики разбираться. Куда ты побежал? Труханул, что ли, от моей крюк-кошки?
Ты что, бухой, что ли? Валяешься, как алкаш. Опа, это было близко. Обманочка, обманочка. Эх, это была уловка. Пусти меня, скотобаза. О, спасибо. Я говорю, кошка на месте. Шикарно. Все, бежим, бежим, бежим отсюда скорей. Пока он не чухнул, что произошло. Это было близко, но мы выжили. И все инструменты у меня при себе. Нам фартануло. Давай по камерам посмотрим, что он там делает. Генератор убежит, скотобаза. Ну вот, он его вырубил. Ну ладно, хоть не забрал. И не сжег. Это радует. А, пошел на своем троне сидеть пердить. Ясно. Ну что ж, я думаю, что на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.